Deməli biz Xankəndi şəhərində bir sakin Mişa ilə rastlaşmışıq. Mişa çörək yeyir. Mişa nuş olsun. Sağ ol, sağ ol. Давай садись. Нет. Как зовут? Меня зовут Миша. Миша. Ты с я родом из Нагорного Карабаха. С родом из Ханкенди, да? Ну, был Нагорный Карабах, а Ханкенди был, это я уже не видел. А сейчас это вот вы говорите? Нет, раньше тоже, да, был Ханкенди, потом Нагорный. Сделали, потом Нагорный, да. Карабах. Да, ну сейчас уже вернулся все на место, да. Ну вот, что вернулся, чего, да. Знаешь, каждый человек, я по-русски говорю. Да, да, да. Должна жить в своем доме, в своем месте. Мне 63 лет. Я родился здесь. Здесь родился. И вот все армяне ушли. Осталось здесь 5-6 человек. Ага. Если... Да, если да. Это земля, вот все меня знают, ты можешь показывать в машине тоже, вот да. Идет русскую, меня знают, азербайджанцы, все меня знают, все, уже это хорошо, да. Неделю, все меня знают, уважают, приносят еду. Да. Даже мне вчера генерал дал машину, чтобы я пошел Балуджу, да, ну Балуджа. Балуджа. Да. Ну Айгестан, ну Балуджа. Балуджа. Ну Айгестан, Балуджа. Вот. Пошел туда, своих животных видел, село видел. Да. Могилу пошел и пришел. Правильно. А вот, скажем, все убежали. Все убежали, убежали. Правильно? Вот, сказали, что вот азербайджанцы... Ты мне объясни, да, вот да. Вас отсюда выгоняют или как? Кто-то вам сказал, что вы должны покинуть, не знаю, вот такие вещи. Они все. Вот Красный Крест, покажи. Да, да, да. Они все меня знают. Все. Знаешь, я никогда. Вот армяне сказали, что земля наша, эту. А если земля твой, почему убежал? Правильно. Азербайджанцы придут, будут резать туда-сюда. А ты не боишься, да? А что, зачем мне бояться? Правильно. Ну зачем мне бояться? Вот ты пришел со мной, говоришь, можно тебе так? Я говорю, делай. А что мне бояться? А ты один или родственник, или нет, семья? Нет, родственник есть. Нет, семья нет. Семья здесь нету. Нету, да. Если считать, у меня семья нету вообще. А ты где живешь? В этом дому? Да, вот это считай, что вот этот округ, ты вот можешь показывать. Да. Весь город считай, что мой. Потому что ты один, вот, да? Да. 5 человек, там 3 старика. Знаешь, вот я хотел бы вот это то, что сейчас снимаешь, да. Что видели Армения, Азербайджан. Ну, все, да. Можешь ты это сделать? Конечно. Сделаешь? Сделаю. Ну, раз сделаешь, давай я все скажу правду. Вот считай, вот этот мусор, видишь, вот сломали, вот соседи, да. Магазин, да. Это, АРО. Вот там вот этот будка вот там, это дамский салон туда-сюда, вот там запчасти. Армяне все сломали. Армяне, я видел. Видел? Да. Ну, раз ты видел, значит, должна быть правда только один. Даже я снимал, когда они вот начали разграбить вот эти вещи, я все снимал. Ну, молодец. Ну, потом скажут, что это азербайджанцы пришли, начали вот все это делать. А что, я живой свидетель. Это весь Нагорный Карабах 50% знает гипсомищик. Это я гипсомищик. Вот водка, СБС Бодик, вчера мне подарили. Ага. СБС Бодик. Его магазин последний день ограбили. Армяне. Последний день. Да я тоже, все армяне ограбили. Должна быть, знаешь, у этих армянов, знаешь, как будто, блядь, ничего не видели. Это была твоя земля, твои, ваши могилы. Я каждый день. Все оставали их могилы. Вот лично я пошел маму. Могилу, маму, дедушку, бабушку, могилу. А вот как ты относишься? Вот
азербайджанцы 30 лет не смогли вот своих могил. Ну, могилы здесь остались, не знаю, вот. Знаешь, вот могилы здесь оставили, но есть люди, которые в вашей могиле камни взяли, там точили, ну не знаю это, да, в общем. Ну кто сделал это? Ну не азербайджанец, армяне сделали, да? А кто сделал? Вот я знаю, я вот. Вот моя дедушка, я из родом из Кельбаджара. Кельбаджар. Наши могилы тоже, да, разрушили все. Камни взяли, не знаю, копали, зачем. Кельбаджар. Да. Вот я в Кельбаджаре почти не был, но я могу сказать только одну. Вот тот день, я по именам не буду сказать, да. МЧС там, ну, 2-3 дня там, МЧС да, там, да. Даже вышестоящий один там меня знает, я его имя не хочу сказать, в общем. Он лишний, мне посмотрел в глаза, я говорю, ну, я говорю, нет, я останусь в моем земле, там все, бля, азербайджанцы толпой, если придет время, я скажу, этот, они как меня любят, как будто я не знаю, кто. Да. И Красный Крест, вот любой Красный Крест машина приходит, чего надо, а что у меня все есть, вон, заходите, смотрите, полно у меня. Просто мне стыдно, что эти армяне все как, ну, трусы, убежали. Оставайся в свою землю, живи. Я, наверное, думаю, мне такую должность будет давать. Или мне ничего не нужен. Просто человек, даже до сих пор вот проходил этот машину. Все меня уважают. Вот онлар дейрчи, ты понимаешь, да, на азербайджанском? Да, понимаю, но разговаривать не так понятно. Хорошо не знаю. Онлар гедип орда интервью верирлер ки, биз калмадык Ханкенде-де, она göre ki азербайджанлар gelip bizi öldürecektiler, kesecektiler, doğru yazaktılar. Bak buna senin fikrin necedir? Эти, вот я честно могу сказать, 85% армяне пидоразы. Ну, пидоразы не знаю, знаешь как. Да не хуже шлюх. А 15% люди они. Люди. Я вот говорю честно, я гипсимищик. Вот у меня есть друзья, Рашид. Ну, есть. Я это хотел знать им, чего сказать. Да вы там напишите, не знаю, бумагу туда-сюда, идите сюда. Я каждому один здание подарю. Сейчас это мой собственность. Раз вы все убежали, это мой собственность. Нельзя так быть трусом, азербайджанец туда-сюда. Я прямо скажу, у вас может быть, вот смотри, сколько здесь я. Не один. Но если они убивали, хоть смотри, сколько тысячи проходит, а никто мне плохо не говорит. Даже говорит, хлеб, соль, машина, 100 метров спустился, дал назад вечера, вот дал две горячие буханки и 10 тушенок. И я не знаю, если эти, они вот пошли туда, чего они там будут делать друг с другом, как будут жить? Вот сегодня утром завтракал, просто хотел курицу и так. И просто за это СБ Сиборик, который мне вчера там повороты дали эту, я говорю, выпью, и сейчас час-два буду спать, потом выйду и по городу. Можете мою машину на меня тоже показывать. Можешь показывать, да, показывать. Сама машина да была? А, это моя машина. На ходу, да? На ходу, сейчас. Знаете, я чего это... Папа, я с хайерин, можно по-армянски тоже? Давай. Я с юмас мир хаязген хишкозим. Хана я вера салам, это сненг току суверлява. Мин дзеви, гюм чим тохты кюрим хичканым, етер рекекек. Мере с хайгиснем пену, мере с тенере пену пахинг. Хинч харалцез. Кецала гереванцу, я с лишний гереванцу. Мит итсун току сын ашкаваш чоним тесам, вот и гидим танку верим. Мы Карабацк вер пахалин кецал Ереван, дыгын махбунтара. Менің мен хатсы хайру таркесынра. Инчез. Вот то, что я сказал по-армянски, наверное, они понимают, что я говорил. Просто прошу, 15%, да идите,
Это еще у меня маленький завтрак. А обед я чего делаю? Печь поставлю, две места, шашлык. Вот это, опасный Артур там, это там около Андрея, это шашлыхана. У меня здесь полными зерно, тоннами зерно. А это...